Здравствуйте. Сентябрь, начало осени, время суматох, новых забот, взрослые возвращаются в Псков, дети снова идут в школу. И сегодня мы поговорим об услуге, которая точно поможет облегчить ваши каждодневные заботы. MobiliD – это мобильное решение для идентификации личности. Оно позволяет прежде всего входить в электронные среды, такие как интернет-банк, АРК, различные департаменты, Эколь. И, что самое главное, совершать удобные и быстрые платежи. Для пользования MobiliD вам не нужно никаких дополнительных устройств, не нужно считывателя ID-карты, например, как в случае с ID-картой. Все, что необходимо, это телефон, при этом он не обязательно должен быть смартфоном, подойдет также кнопочный телефон. Так как главное средство, с помощью которого вы совершаете, ставите подписи и входите, идентифицируете себя в средах, это SMS-сообщение. СМС-сообщение можно отправить, получить с обычного кнопочного телефона, так что смартфон для этой услуги тоже, для пользования услугой тоже не необходим. Договор о пользовании MobiliD можно заключить в любом представительстве Telia. Все очень просто, вы просто получаете специальную сим-карту с MobiliD, вставляете ее в свой телефон, пара шагов, инструкции на экране телефона, и все, услуга готова к пользованию. Услуга очень удобная. Я, например, не представляю ни одного дня своей жизни без пользования MobiliD. Совершаю платежи, захожу в интернет-банк, смотрю остаток счета, быстрые какие-то операции, где-то нужно войти в интернет-магазин и так далее. Но сегодня мы поговорим о конкретных удобных случаях. Максим и Дарья, гости у нас сегодня в студии, расскажут о том, как они, в каких ситуациях пользуются этой услугой. Да, Татьяна, дело в том, что я, например, не представляю совершенно своей жизни без MobiliD. И ты правильно сказала, что это безумно удобно, не нужно ничего думать, все происходит автоматически. Например, я вот буквально в феврале, когда был срок подачи налоговой декларации, оказался в Стокгольме в командировке. И получилось так, естественно, любой человек, наверное, в Эстонии хочет получить свои возвраты Да-да. Как можно быстрее. Знакомо. Да, всем знакомо. И, конечно, хочется отправить свою налоговую декларацию сразу. И, честно говоря, без MobiliD я не знаю, как бы я справился. У меня был просто телефон, у меня был ноутбук. И, собственно говоря, можно было просто войти в интернет-обслуживание налогового департамента и за минуту отправить налоговую декларацию, просто вот сразу буквально сидя в аэропорту в тот же самый день, и как любые другие люди в Эстонии. И это очень хорошо удалось, и я получил свои деньги достаточно быстро. Вот, я думаю, что это всем знакомо, и действительно я призываю всех использовать MobiliD, потому что когда вы хоть один раз попробуете, вы увидите, что вы не сможете без этого жить. И если вы окажетесь без MobiliD, то вам будет уже немножко некомфортно. Что по поводу пользования MobiliD за границей, следует отметить то, что, например, в Telia в пакете «Мобильная жизнь» действуют разные льготы на пользование интернетом, сообщениями, звонками за границей. Поэтому, например, если вы являетесь клиентом «Мобильной жизни» и в Стокгольме хотите отправить сообщение, воспользоваться MobiliD, то это будет вам совершенно бесплатно. Дарья, а какие у тебя были жизненные ситуации интересные, которые ты можешь вспомнить, когда тебе пригодилась MobiliD? MobiliD я использую в основном каждый день. Каждый день в работе. Аутентификация — это самообслуживание, то есть проверка любых наших работ и услуг той же. Вот. Моя история была такая, что у нас ограниченное время на обед, 30 минут. Ты, конечно же, весь в работе, идешь в телефоне, что-то печатаешь и забываешь обо всем. Стоишь в очереди, конечно же, накладываешь себе еду, подходишь к кассе, понимаешь, что нету ни карточки, ничего. Конечно же, коллеги есть рядом, воспользуюсь тем, что говоришь: коллега, прости, заплати, пожалуйста, за меня, я тебе сейчас же переведу. И тут же переводишь на мобильном ID, и все быстренько получается, ты сыт, коллега доволен, все замечательно. Мобильный ID – это замечательная услуга, которой можно пользоваться не только в телефоне, можно в компьютере идентификации, в интернет-банк зайти. Очень просто, никакие-то карточки не нужны. По мне, так это очень технологическая инновация для нас. Я думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать эти решения. Вы обязательно найдете какие-то ситуации, в которых сможете тоже воспользоваться MobiliD. Поэтому смело рекомендуем. Наш опыт и опыт многих других пользователей, и, кстати, уже 100 000 человек в Эстонии,
говорит о том, что все-таки это стоящая услуга, так что приходите в представительство и заключайте договор, пользуйтесь. Приятной осени!